Да, по Ледовому дворцу мы занимались достаточно плотно. На самом деле, это было вплоть до вчерашнего дня. Переговоры велись и с Министерством спорта, и с Министерством образования. На данный момент, в силу того, что дети у нас находятся на карантине, пока со стороны Министерства образования не принято решение о посещении Ледового дворца в Ульске, хотя эта неделя и следующая позволяет, во всяком случае, до обеда посещать Ледовый дворец в Ульске. Мы, с своей стороны, комфортабельный автобус на 44 посадочных места готовы предоставить. С родителями тоже держу контакт и сам лично созванивался уже в субботу. Но здесь вот важно именно соблюсти не только желание детей о тренировочном процессе, но и Министерство образования необходимо принять все-таки решение, ответственное решение. А касательно поломки, говорили, что займет неделю. Касаемо технического вопроса, также в субботу разговаривал и с Николаевым на эту тему. Пока у них технического решения не найдено, и финансирование пока они не предвидят. Мы со своей стороны предложили уже немного другие решения. Просто не готовы сейчас это озвучивать, потому что они до конца не проработаны. С тем, чтобы объект установить в кратчайшие сроки. И сделать его таким образом, дабы он мог работать как минимум 10 месяцев в году. Потому что